Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Евген Бро, и в этой серии у нас продолжение выживания в нашей деревне. Итак, помните, в прошлой серии у нас, короче, одна стражница попала в портал, и теперь нам нужно спасти ее. Ну а для этого поставьте прямо сейчас лайк, давайте, и подпишитесь на канал. Давайте, раз, два, три. Все, кто поставил лайк, молодцы, и всем подарил вот этот такого коня. Блин, ну все-таки кони вообще классные, смотрите. Вау, ты чё бодаешься, ты чё, ну-ка. Блин, вот это коняра вообще, офигенный. Давайте на него, короче, мою жену посадим. Эй, жена, жена, иди сюда, ты главное в портал не попади, а то это плохо будет, иди сюда. Садись на коня. О, теперь жена на коне, ну все, вообще, вообще классно. Смотрите, да, такая жена, короче, на коне ходит. Главное, чтобы они в портал не зашли. Ну что ж, мне, короче, надо в портал спасать жительницу, которая попала в прошлой серии. Вы все написали, спаси ее, Евген Бро, спаси. Ну что ж, отправимся спасать, да? Ой, жена. Жена, не делай этого, ты чё? Хочешь в портал, что ли, тоже попасть? Я ведь вас потом оттуда не добуду. Все, кто попадает в этот портал, их вытащить очень сложно. Как бы можно, но это сложно. Так, ну что, друзья, отправляемся на спасение жителя, который забрел в портал. Я думаю, надо отправляться и спасти бедолагу. Ну что ж, ну че, народ, погнали, подожди, ну-ка, конь. Сейчас просто, а вдруг конь туда попадет, и нам придется еще и жену спасать. Не, конь не такой тупой, чтобы туда попасть. Да, смотрите, он знает, что там опасность, но все равно он очень близко ходит. И это очень страшно. Ну ладно, погнали! Вау. Все, произошла загрузка. О, о, привет, Фаина, куда ты побежала? Стой, там же вообще опасно. Фаина, пошли за мной. Тут, смотрите, и кролики, и баранчики. Все попали в этот, короче, эндермир. Да, это очень опасно. Слушайте, друзья, может, мы тут еще сейчас яйцо добудем, дракошки? Блин, как же здесь мрачновато. Пошли за мной, а то ты тут вообще не выберешься никогда. Так, на нас вроде пока не нападают. Но все равно от этих эндерменов надо держаться подальше. Потому что это опасно. Ой! Опа, так, вооружаемся. Я тебя буду защищать. Где он? Так, пошли быстрее. Быстрее бежим. Ну-ка, не трогать. Фаина, не бойся, пошли быстрее за мной. Надо отсюда, короче, тебя вытащить. Так, вон, вон портал. Я уже вижу впереди портал. Так, надо покушать. А, я сытый. Так, в общем... Тихо. Тихо! Блин, где этот засранец? Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау! Нифига не бьют! Вау! Хорошо, что у нас было перо. Да, у нас, короче, было перо бессмертия. Одно сработало, у нас еще одно осталось. Ё-моё, надо от этого раненого добить. Не трогай меня. На тебе. Так, все, быстрее бежим, забираем яйцо и текаем отсюда. У меня одно перо осталось, пух феникса. Быстрее бежим сюда, сейчас заглянем вот здесь в сундучок. Так, открываем. О, все, дракон. Дракон, яйцо дракона. Фаина, ты не боишься? Блин, что-то у тебя здесь красные глаза стали. Может быть, она уже стала одержимой? Как вы думаете, друзья, напишите в комментариях. Ладно, я думаю, надо, короче, нырять. Ты готова? Подойди сюда. Вообще, иди сюда. Тебя надо как-нибудь толкнуть сюда. О, все, она телепортнулась. Побежали быстрее тоже. Фу, все, ее спасли. Так, где? Сейчас мы ее попробуем найти в деревне. Так, загрузка идет. Идет, 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 идет. Фаина. Ну, она, наверное, короче, уже телепортнулась прям в деревню, да. А, да, жители телепортируются туда, где их дом. Я думаю, мы ее найдем где-нибудь... А, вот она, все, отлично, вот она. Давайте с ней пообщаемся. Она такая, эй,
что сегодня было? Давайте расскажем ей историю. Она такая, мне эта история не нравится, я не понимаю. Ну и ладно, фиг с тобой. Так, в общем-то, мы, короче, добыли с вами дракона. И теперь голосование, как бы. Какого сделать, воздушного или водяного? Да, воздушный или водяной. Можно еще, конечно, сделать зимнего, но я пока не буду, да. Так, воздушный либо водяной. Пишите в комментариях, друзья, я пока буду, значит, читать. И я, короче, знаете, что думаю? Если делать его воздушным, то, наверное, на том корабле. Но нам надо туда добраться на чем-то. Да, однозначно надо сделать так. Либо мы можем прям на облаке сделать. Да, давайте сделаем вообще на облаке дракошку. Хотя он упадет, лучше на корабле. Да, лучше на корабле. Да, короче, все в основном пишут, что воздушный. Давайте попробуем так и сделать. Так, Пегас. Давай, let's go. Все, мы, короче, летим. О, кстати, можно и на башне сделать. Да, вариантов, где можно сделать, очень много. Кстати, я не знаю, подойдет ли высота вот этого корабля для яйца, либо все-таки подойдет больше вот эта штука. Потому что здесь-то вообще высоко, очень высоко. Блин, я даже не знаю, друзья. Мы можем нечаянно сделать не того дракона. И, смотрите, наш дракон там лазит. Да, мы можем сделать нечаянно не того дракона, и будет очень плохо. Что же делать? Потому что на корабле больше места, и дракон не упадет, да. Здесь как бы места побольше, но он, короче, по-моему, находится очень близко к земле. Блин, я даже не знаю, друзья, как же правильно сделать. Ладно, давайте рисковать не будем, яйцо все-таки одно. Мы бы, конечно, сделали на космическом корабле, но он расположен, мне кажется, не слишком высоко. Да, давайте попробуем вот на этой башне. Реально на этой башне. Так, все, Пегас, главное не поки меня. Иначе я не знаю, как я буду спускаться. У меня даже блоков-то нет, чтобы спуститься. Так, ну что ж, мы сейчас расположим вот сюда яйцо. Блин, тут вообще места нет. Пегас! Фу, я уж думал, он сейчас улетит. Так, располагаем. Все. Все, яйцо у нас есть. Оно прям находится на огромной, на вершине. И по идее, со временем оно сейчас должно превратиться в это воздушное яйцо. Да, в общем, пока пусть оно тут превращается, я, короче, отсюда улечу. Офигеть, да, смотрите, друзья. А, кстати, можно было его и здесь разместить, но я не знаю, здесь можно или нет. Здесь бы мы даже смогли бы подниматься каждый раз. Да, вот здесь. Ну, ладно, рисковать я не буду. Пусть оно будет на самой верхушке. Можно было вообще в Долоране его сделать. Да, помните город Долоран? Кто не помнит, давайте я слетаю. Вон он. Да, кстати. Но я не знаю, как бы Долоран, он тоже как будто на земле, видите, расположен. А это все-таки очень высоко. Но можно было бы и на нем тоже сделать. Он, в принципе, тоже. Какой же красивый город. Обалдеть. Кто помнит город Долоран? Напишите в комментариях. Да, это будет реально интересно. Здорово все. О, смотрите. А что здесь, нападение, что ли, какое? Че ты бегаешь? Да, его кто-то долбанул, что ли? Тут какие-то нападения происходят. Куда стражник-то бежит? Давайте помогу. Эй, братуха. Ну-ка, давайте посмотрим, что здесь вообще происходит. Давайте звук прибавим. Такие скачем. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Ну-ка, а что здесь? Ой. Ай-яй-яй. Что здесь, все четко? О, не-не-не, здесь очень много... Ай! Ой-ой, на нас, кажется, нападение. Да, здесь очень много криперов появилось. В общем, да, здесь как бы подземелье Долорана захватывают монстры. Так, быстрее отсюда бежим. О, все, взлетаем. Да, потом, я думаю, если им потребуется прийти на выручку, я, короче, приду и помогу этому городу Долорану. Ладно, давайте слетаем, посмотрим, как наш там дракошка поживает. Превратилось яйцо в воздушное или нет? Да, все, летим. Блин, как же клево летит Пегас. Обалдеть. Вот это вообще офигенски. Так... Опускаемся. Идет, короче, прогрузка, друзья. Вообще очень тяжелая прогрузка, потому что у нас деревня очень большая.
Так, ну что ж, давайте заценим яйцо. Да, яйцо пока еще не превратилось. Но я думаю, оно превратится. Да, обязательно должно превратиться в воздушное яичко. И у нас будет воздушный дракон. Я надеюсь, у нас это получится. По крайней мере, его не придется добывать из всяких пещер. Это уже радует. Так, ну что ж, спускаемся очень аккуратненько на нашем пегасике. Можно будет даже на дракошке полетать. Я думаю, это будет клево. Так, в общем, давайте, значит, немножко походим, короче, как у нас тут делишки все происходят. Так. Что у нас тут на ферме? А, Альтаир там работает, дракошки, значит, живут. Все круто, да. А наша шахта тут добывается. Вау, чуть не упал. Ай, блин. Жесть, и чуть не упал, реально, друзья. Это было бы очень опасно. Так. Что, она тут сломала кирку, что ли, опять? Да, жесть. Нифига она вообще у нас как бы запрягает здесь, руду добывает. Вообще клево. Так, все, быстренько сейчас кирку дадим. И я думаю, дракошка уже все, там будет яйцо готово. Вот, и в общем-то вот такие вот пироги. А кто такой? Что за пацан? Зак. Красивый, да, такой пацан? О, мне надо, короче, покушать. Друзья, если вы кушаете, то приятного аппетита. Ну а если не кушаете, то идите покушайте. Так. Мне нужны, короче, палочки. Так. И теперь мы сейчас сделаем быстренько кирку. Да, кирочку, короче, замутим. Оба, все, получили, короче, кирку. Все, быстрее бежим вот сюда. И сейчас реально будет клево. В общем-то, сейчас мы дадим, короче, кирку нашей шахтерше. И все, главное тут не упасть. Блин, мне, короче, надо, знаете, что еще? Перо Феникса на всякий случай. Так. О, кстати, у них же все занято. Надо забрать что-нибудь. Да, давайте заберем, короче, булыжники. Я, правда, не знаю, куда и где, но... Но что-нибудь придумаю. Так, горное дело... Фигарь. Все, фигарит наша шахтерша. Так, это надо все отнести. Это все клево. Так, куда-нибудь, я не знаю, выбросим. Давайте пока в мусорку. Просто нам этот уже камень вообще не нужен. Давайте его в мусорку. Все. Переработать и еще в мусорку. Переработать. Все. Отлично. Так, ну все, сейчас заценим, короче, дракона. И все, и будет клево. Так, давайте прям на настоящем дракошке пролетим туда. Так, отвязываем. Все, отвязали. Полетели. О, да. Блин, как же клево на драконе летать. Так. Не, яйцо еще, короче, не готово. Оно все еще обычное. Но я думаю, надо просто больше времени, и оно станет воздушным. О, что-то дождь пошел. Надо его отрубить. Опа, все. Короче, будем ждать, короче, да, следующей серии, чтобы наше яйцо стало воздушным. Я не знаю, может быть, я неправильно сделал. Напишите в комментариях, как надо сделать. Может быть, времени просто надо подождать побольше. В общем, да, пишите в комментариях, это все очень интересненько. Вот. Так, все, идем вот сюда, слазим с дракошки. Так. Ох, дракон рычит. Что-то ему не нравится. Так, все, привязываем его, короче, вот сюда. Все, дракон, садись, не надо где-то ходить. В общем, такие пироги. Кстати, а может быть еще с женой завести два новых ребенка? Никогда не было близнецов, слушайте. По-моему, реально, да, никогда не было близнецов. Напишите в комментариях, может быть, пока будет дракон расти, вырастим еще двух детей. Да, это будет реально, никто такого не делал в Майнкрафте, чтобы сразу одновременно два было. Давайте двойню. Напишите в комментарии, сделать двойню или нет. Да, в общем, пишите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Евген Бро, и всем пока-пока. Сбоку появились два видео, зацените их обязательно. И не пропускайте новые видео. И колокольчик. Всем пока.